35 регионов России, несмотря на разницу часовых поясов, решили одновременно облиться ледяной водой. Так вот уже который год подряд проходит международная акция «Быть здоровым – это модно». К массовому закаливанию присоединились и курганцы. Эта акция проходит в одно и то же время. Насколько мы все разные и насколько мы все едины. Понимаете, вот там, где температура сегодня плюс 10, плюс 15 обливается, и там, где температура минус 30. У нас, я сегодня встал утром, было минус 20, а и ветерок. Сейчас у нас минус 10, ветер только усилился, но нас никакими ветрами же не напугать. Мы все равно принимаем участие, потому что мы показываем всем, что мы даже внешне показываем, что мы все едины. Акция проходит в Кургане в третий раз. Ежегодно в ней участвуют десятки горожан, среди которых спортсмены и профессиональные моржи, представители власти и общественники. Сегодняшнее мероприятие проходит при поддержке правительства региона, управления по физической культуре и спорту Курганской области, управления культуры, общественными организациями, конечно, народный фронт. На улице минусовая температура, но мороз не остановил ни детей, ни взрослых. Некоторые на обливание пришли целыми семьями. Мы первый раз вообще вот подошли. Сейчас хотим дождаться, когда будет обливание моржей. Очень интересно. Я убежден, что закаливание всегда было одной из этапов, так скажем, оздоровления. А вот яркий пример, что это уже вышло на формат физкультурного мероприятия. И от мала до велика сегодня обольются этой водичкой и получат, конечно, положительные физкультурно-спортивные эмоции. Курганцев поддержал сенатор Сергей Муратов. Он рассказал, что его внуки также участвуют в обливании в городе Красногорске. Именно там когда-то и зародилась эта акция при поддержке спортивно-патриотического клуба «Ярополк». Я хочу, чтобы эти мои мальчишки выросли настоящими патриотами страны, настоящими воинами, защитниками нашего Отечества и защитниками нашей страны. Мы победим, цель у нас одна, это победа, другого у нас быть не может. Сергей Муратов поблагодарил директора спортивно-патриотического клуба Илью Шадрикова и пожелал, чтобы к акции «Быть здоровым – это модно» со временем присоединился каждый россиянин. Чтобы эта акция у нас в будущем проходила на Красной площади, на самой главной площади нашей страны. И мы все принимали участие, вся страна принимала участие в ней. Перед обливанием провели обязательную разминку. Затем в один момент ледяную воду на себя вылили все 5000 участников из нескольких стран и регионов России. Алина Еременко, Анна Макарова, Данил Казаченко, Кирилл Филимонов, телекомпания «Область 45».